Так, все, ну мы в Дортмунде теперь. На Вилли Брандт плаце. Сейчас идем посмотрим. Вон, смотри, уже ездят. И первым делом, что вот заметил, вот такой аппарат сейчас стоит. Даже не знаю, что это за техника трехколесная. А вон едет что-то такое древнее. На Урал похоже. Ну, пойдем посмотрим сейчас. С пацанами потерялся. А вон они, я вижу их не грузовик. И сейчас посмотрим. Вот там и шашлыки, машлыки, все дела. Ну что, русаки тусуются. Это вам не здесь. Вон вижу уже Жигули. Вижу девяточку, вижу троечку. Ну, рассмотрим. Обалдеть, короче. Ништяк. Погода отличная. Обещают до 25 градусов. Наш грузовик, Федя. Фиат грузовой. Привет. Вот Александр со своим тут прям заехал вот так вот. С базара, как говорится. Встреча друзей. Вы машину, да, машину не сломайте. Я говорю, а где наш палатка? А, на неделю, да? Я вообще. Привет. Тезка. Все нормально. Тоже с нашей земли оба мотоцикла. Ну, в отличнейшем состоянии. Базара нет. На этом такое. Все в оригинале. У нас тоже не подходит. У нас поставил его, труба получается 1 сантиметр ниже топа идет. 55-й год выпуска, 347 объем, сделано в СССР. Пришлось ножку всю отпиливать, переделывал все, чтобы она не закрывалась. И здесь там, видишь, под гайкой, вот синяя. Теперь как его приделать? Я вот так вырезал. Согнул, там завальцовано, внутри провалил, догнал. Да, все можно. Такая мелочь. Зачет. Это нам знакомый, уже где-то видели. Я Нет, я еще не садился. Тоже с нашей земли, с канистрой. Привод. Привод на коляску. Выхлопные вообще какие-то интересные. Гараж присел, иди-ка сюда. Я смотрю. Я смотрю. Иду, иду. Еще один. Так, а вот это вот Ява проскочила у нас при показе коллекции Александра. Она абсолютно не отсюда, а с нашей земли. Ну, парень это с их банды явистов. Так что вот мы теперь ее видим в оригинале. Лучше, чем новая. Неужели ты лоханулся, как следствие? Нет, это было. Это не-не-не. Ну это же восьмерочка, да? Это я на первый. Так это ты не тот кикстартер, тебе на ней восьмерочку надо ставить. Нету. Сороковой, ну скажи, с завода привезли. Сейчас пошам. Требует жертв. Красота требует жертв, да. Ну классно вообще вот этот щиток, не, вообще по приколу. Да? Красивую Яву посмотреть, надо в аварию ехать ко мне. Так мы же уже снимали. Там еще красиво. Еще есть. Ты мне что-то не показал, да? Смотрю, какого года.
80-го, 343 объем, вес, наверное, 160. Какая красотулька. Пробег 89 км. Подожди, что на машине? Знакомые переключатели. На машине все можно. Такая красавица. Чизетик. Тоже зачетно вообще. Тоже с нашей земли. Краска обалденно. Горит все на солнце. Ява. Мы же не холодные, мы же жрать хотим. Часы. Вольтометр. Встроенный. Аптекатор. Мотор явовский. Карбюраторик такой аккуратненький. Смотри, он люк хотел воткнул. Пакетик. Не-не, это я уже воткнул. А, это уже не, это Роберт, наверное. Чизет, фу. Я в шоке такой, нихера. Это кто себе такое позволит? Кто себе такое позволил? Кого ударить, да? Ну, кого ударить? Может, твой мотоцикл? Чизет и Ява. Ява. Эта тема нормальная, абсолютно. Здорово. Здорово. Тебе от дяди Володи большой-большой привет. Так что давай, передадим ему сразу. Да. Димон. Дядя Володя, привет. Привет, дядя Володя. Он в курсе, что мы сегодня поехали сюда. Он спрашивал насчет Саши. Я сказал, Саня не сможет, но вот мы с Димоном здесь встретились. Да. И потусуемся сейчас. Посмотрим, что тут есть, что творится. Что-то понравилось уже тебе? Ты знаешь, даже не ожидал, сколько много техники. Да? Да, очень много техники. Я даже там ЗИЛ вижу, 130-й. Офигеть. Сейчас, короче, будет интересно. Так что оставайтесь с нами. Да. Смотрите. Дальше. Димон, вон, ежи 49-е. Можно поговорить с пацанами? Три штуки. Даже... Есть пару, да? Нет, тут 350. Ага. Вот такие красавцы тоже есть. У парней. Абсолютно. Ох ты. 1000 километров на спидометре. Это русский дорожек, машины ждут. Тоже с нашей земли. Все отхромировано, все как новое. Вообще красиво. Вот уже чуть другой цвет такой, типа хамелеона. Вот
Чочки оригинальные, старинные. Оригинальный спидометр тоже старый. Ручки уже не оригинальные. Там планеты. Мотор просто покрашен. Карбюратор и фильтр тоже круглый. К28Б стоит. К28Б. Сигнал. Такие амортизаторы. Покрышка такая лысая, как на Иж-планете Спорт или на Ява. Вот еще один. Здесь стоит Иж-350. На этой крышке, если видно, мне отсвечивает. Не крути, пожалуйста. А я смотрю это, Иж-350 оригинальное. Все оригинал, здесь да. Все оригинал. У моего друга это из под Штутгарта, у него только Сатурн это. Да, да, да. Значок, а у вас еще Иж-350. Вот полный оригинал. Отлично. Под Штутгарта у него синий, который. Нет, зеленый. Петр зовут. Их осталось-то пару. В России больше их? А? В России их больше? А их мало вообще осталось. Но это 49-й же, да? Или нет? 350-й. Как? Это 350-й, ну, да? Вон, вижу. Вот побилка. Ну, я первый раз такой вижу. 49-х много еще. А вот именно этих, да? 350-х практически нет. Их можно на пальцах почти. Вот вручную. Здесь стоит. А? 150-х сейчас. Да, вот. Здесь вот. Ах, это я знаю. Вот эти называемые трапецкие. Вот оно что. Я просто отсюда начал смотреть, а сюда не обратил внимания. Не давил на это. Видишь, тут у него такая вот. Ауди вон, хорик. Смотри. 166-го. Найн, ты. Я не стал. А тот, тот ты говоришь. 49-го года? Это оригинал еще. У меня документы вот такие вот. На него. А мотоцикл в Германии вообще? Или а? Мотоцикл германский? Ну как? Не, ну здесь вальс держу под гоночек. Это все мои. Ну, я имею в виду, их же где-то продавали, как в ГДРе, допустим. Не. Да? Я вот купил, смотри. Вот я его купил. Вот таким он был, да? Да, вот таким он был. Синий. В Молдавии. Угу. А, в Молдавии? Я его купил. И восстановил здесь. Вот, вот к чему я. Значит, мотоцикл с Молдавии. Да, по-нормально. Его корни молдавские. Молдавские? Ну, корни вот-вот он. Молдавицы видим. Молдавии, вот такой он был. Жесть. Нет, ну я просто говорю. Да, сделано с любовью. Надо было оригинал делать. А? Надо было оригинал делать. Что? Уже синий год, да? Да. Оригинальный синий? А? Синий оригинальный? Я не хотел синий цвет. Синий выгорает. Я понимаю. Не-не, я черный хотел. Цвет мне равен, шпилька на роли. Мне главное, чтобы все оригинальные запчасти были. Вот мне главное. А номера чьи? Это у меня просто своя. У меня 31 мотоцикл. Окей. Я налепил, у меня на каждом есть свой номер, свой. Вон дядь Володя, смотрите, человек тоже занимается плотно здесь, в Германии. Он может взять... Вон, это тоже ваш, да? Да. Ну, это вообще жесть. Привет, да. На, дядь Володя, да. Саня, вас вот. А, Саня, привет. Мы так-то персонально не это. А как ты меня узнал? А ну да, что меня узнал? Ты кепки, да? Саня здесь? Саня не приехал. Приехал Димон. Димон здесь. Вот. И Сашка этот явист. Но он не в нашей группе. Вот он. Загруженный ЧЗ, я ему подогнал. Это старенький ЧЗ 71-го года. Одноцилиндровый. Купил он его? Он купил его на Кузове. Видишь, как Минск.
Он... Просто я Сане зеркало обещал. На... Ты можешь мне отдать, конечно. Ну, отдам тогда, потому что сейчас выйдем. А где ты живешь? В Ахове. А, ну, в принципе, не так уж далеко, да? Не знаю, она ему пойдет, не пойдет. Ну-ка покажи, вот. Это... Смотрим дальше. Военный. Урал. Вот нет, его здесь нет. Не, он взять хороший. С пулеметом. Получилось. М-72. Коробки для патронов. Похоже. Лучше, чем новый. Место, блядь, освободило, да и он другой. Ирбит. Я в материале без. Это мои будут. Есть дети. Потому что один Папа здесь. Леон. Папа здесь. Рад был познакомиться. Ирбитский моторный завод. Ну а расскажите эту историю немножко его. Откуда он вообще у вас появился? Он? Купил я его, когда, сейчас я скажу, в 2004 году. Угу. Купил я его в Харьковской области. С Украины? Да. И 40 лет реставрировал. А год выпуска его какой оригинальный? Оригинал 47-й. 47-й, послевоенный, конечно. Да, да. Их с 39-го года делали. Р-71, это БМВ Р-71. Вообще отлично. Я? 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 Ключик оригинальный. Ладно, пойдем дальше. Жигули копейка. Мотор. Все как новое, как будто с завода. 73-го года, с моего года рождения. 70 ПСов. Тут какая-то демонстрация насчет жизни и дружбы, и покоя, мира. Что-то не в тему немножко. Ну, в принципе, в тему. Салон такой вот, видим. Все знакомое с детства. Сейчас с той стороны загляну. В отличном состоянии. Жигули. Все помним Жигули, да? Чаю. Има, переключатель скоростей, машинка. Машинка впаянная. Всем знакомое такое, да? Ручничок. Все так по-урбански сделано. Урбанически. Все чистоган. Так, едем дальше. Волга ГАЗ-21. Тоже с нашей земли. Субтитры сделал DimaTorzok.
нравится. Тут их куча, конечно. Я, наверное, даже не смогу каждого обойти. Семерочка, копеечка, шестерочка или троечка. Это Волга, вот, ГАЗ-24. Обалдеть. Не, по той стороне. Специально, то не знаю. Такая была у моего тести. Продается. 73-й год. 10 тысяч всего. Так что, ребята, у кого есть интерес, подключайтесь. Всего 10 тысяч евро. Еще одна белая. Смотрим. Такая оригинальный цвет. Зеркала такие. Модель М20 57 года, 65 ПС. Виталька, разговаривай. Едем дальше. Запорожец 968М. Я помню я эту машину. Мы на ней учились ездить. Багажник. Точно такая же белая была. Точно такая же. Они. Где мотор бак с воздушным охлаждением. Да, здесь троечку мы видим. Смотрим на троечку. Ой, как хорошо. Вот она мне нравилась. До сих пор еще такая бодренькая. Цвет интересный. 80-й год, 69 ПС. 21.033. То есть оригинальная тройка с троечным мотором. Здесь черная Волга видим, вообще красивая. 64-й год. ГАЗ-23. Ну, он Витек забирает, у него ГАЗ-24, что земля. Говорит, Вовка из будешь продать, я первый. Видишь, тебе такси урвал. Да? Тебе такси урвал. Багажника вытесил. Багажник. Я в этот ездил, в капюшон ездил.
В салоне шикарно все. Уже карбон там под карбончик, коробка автомат. Офигеть, это какая-то это особенная модель. Сейчас спрошу хозяина, что с ней вообще. Интересно, конечно. Гражданин товарищ Марин. Идем, мне сейчас ему как раз деньги надо. Еще одна троечка. В оригинальном состоянии тоже все внутри. Велюр. 78-й год. Шестерочка это. Так. Ну это, конечно, шикарно. Хозяин ушел, так что уже не до этого. Мерседес сюда поставили, не в тему, конечно. Вау, вот это вообще бомба сейчас будет. Ребята, держитесь. ГАИ. Автомат Калашникова. С пластмассов. Громкоговоритель. Литовской. Я думал, надо эту фотографию. В сторону пошли. В сторону пошли. Мурашки литовские не стоит. Не стоит с какого года. Вставай. Вставай. И галочки, громкоговоритель. Народ прикалывается. Машина ваша? С какого года? Сколько? 30 чем-то лет имеет. С Касселя, да? Машина, мой друг сегодня туда поехал. За место сюда, он туда поехал к вам. Еще раз, с какого года? Где-то 30 чем-то имеет. Даниэля! Да, я думаю, поболее ей. Даниэля! Она с 80-х, даже до 80-х. Не, больше 30 лет. Да-да. Все в оригинале. Четко. Ну, показывай. Но она, мне кажется, и появлялась в это, на видюхах, да? В WhatsApp частенько, да? Полицейская дружина. Люди присылают. Ну-ка, сейчас посмотрим. О! Деньги, взятки, пистолет, копейки, форма. Одевайся, фотографируйся. Рация, да ну нафиг, все тут, короче, полностью это, еще и это, сирена, как будто, книги вон милицейские, смотрю, смотрите, какой переключатель прикольный, паспорта, тенге, рубли, водительские удостоверения, значки, вон какой брелок на ключах. Молодцы. Тут еще вон громкоговоритель, микрофон висит. Обалдеть. Повязка дружинника. Петлицы. Погоны, значки милицейские, жезл вон на батарейках, катафот, радар.
Рация. Люстра смотрит. Мигалки. Интересно, мы не посидим. Вот здесь оригинальная. Здесь вот оригинальный цвет. Желтый с синим. Здесь она более такая. Походу взятку взяли. Тоже рация стоит, микрофон, какие-то очки интересные, непонятно, с проводами. Ну тут все оригинал, тут ничего не переделано. Что, видно что-нибудь? А ничего не видно. Ничего не видно. Его включить надо. Там кто-то быстро-быстро бегал. Вот это оригинал абсолютно. Номера, по-моему, московские. По 100 рублей там, смотри, лежит. Нет, зарплата была 100 рублей. Ну, тут вот такая восьмерочка. 1.3 мотор, не знаю. Оригинальный ли этот цвет, мне кажется, нет, это так, кисточкой красили все. Ну, вот это все в оригинале. Нет, это редко. Понимаете. Это все видно, что кисточкой красили, так что, ребята, даже. Дядя милиционер, дайте фуражку поносить. Не, поносить нельзя. Ну, дайте пистолет поиграться. Тем более нельзя, боевой. Заряженный, да? Заряжен, не имею права. Можно значок сфотографировать? Да, можно, настоящий, Московская настоящий область, Московская область. Здесь будет отлично. Номера настоящие тоже, Московская область, оперативная машина была. Свисток тоже? Нет, свисток нет, нет, свисток не оригинальный, честно. Старший лейтенант? Капитан. Капитан, капитан милиции, вот, пожалуйте. Так что, ребята... С вами. Да, легко. Зачетно. Еще один с пивом, вот они, вот с пивом, с пивом вообще милиционер, представляете, да? Оригинально. Демократия, демократия наступила. А меня все угощают, я хожу, они дают. Мне без алкоголя. Еще бы. Лишь бы не штрафанул, да? Я к Волге ходил, я там угощаю. Классно, вообще, молодец, красавчик. А это откуда, с какого города вообще? Это мне с Украины прислали, Херсонская область. Я-то сам с Казахстана, ну, форма украинская. Ну, понятно. Не, ну, она, вообще она видно. Раньше, как древнючая. Же все одинаковое же было. Украина, не Украина. Не, ну, просто... Или тут тоже какие-то вот эти... Да. Видите, у меня ХН. Херсонская область. Видите, у нее Херсонский, Херсон. У меня Московский. Московский. А, вот оно что. Да. Круто, круто. Я к отца был москаль, типа. Да, ну да. И это... Ребенка СМ, да. Как коммунист. Да. И этот, Вельтнис. Балтики не было. Вельтнис. Балтики нету. Старший лейтенант или что, погоны-то? Капитан. Капитан тоже, да одни капитаны тут вообще. Да. Шутки в сторону. Да. Круто. Наручники тоже, сапоги оригинальные, хромовые. Грязный такой чуть-чуть. Да, это ерунда. Капи. Так, глаза разбегаются. Какую? Они меня и трассу морозят. Тетя. Инвалидка. Вот такую машину, инвалидочку, точно такого же цвета мы поменяли с моим другом на Иж Планету Спорт с люлькой у моего дядьки. Дядька отдал нам Иж Планету Спорт с люлькой. А себе забрал вот эту инвалидку, обклеил ее наклейками, поставил туда магнитофон «Романтик» и гонял он за пивом на соседнюю станцию. Вдвоем, втроем здесь, в салоне. Ну, пока его менты там не выловили и не забрали ее. По-моему, такая история была с этой инвалидочкой с нашей. Это же инвалидка? Инвалидка с мотоциклетным мотором, да. Так что вот такая история у нас была в Казахстане с этой машиной. Мотор одноцилиндровый. Электрический стартер. Хорошо сделано, хорошо реставрировано. Зачет. Помню. А до этого еще я ездил. Мы ее решили завести сперва.
За трактор зацепили, я был за рулем. Пацан не понял моих знаков и затормозил. А здесь не было тормозов. Я врезался в ней, в колесо трактора. Меня аж подкинуло. Аж подкинуло где-то градусов так. Ну да. Нормально так. Я увидел небо. И все вот это крыло мы помяли. Ну, потом мы его молотком выровняли. Так дядька ее и забрал потом. Такая история была у меня. Было с лепестками, да? С лепестками. Понял? Вот это оно. 90-й год, 16 ПС. Тип 53 Д. Тебе нельзя, мороженое, ты простужен. А мальчик не простужен. Тут что-то продают все. Чего? Ну, третий вручают. А, розыгрыш будет. Третье место. Ну, да, будете разыгрывать, да? Да, что конечно. Кто получит? Да. Отлично вообще. Третье место. Не просто нет. Так. У нас разделилось мнение по поводу. Так что, инвалидка третья, да? Здесь мы видим чайку. Обалдеть. Вот длинная, а? Нет. Первый раз я ее вижу так близко. Чаечка. Обалдеть, конечно, машина. Можно заглянуть к вам, да, вовнутрь? Можно, можно. Ой, как красиво, как все шикарно сделано, а? Для элиты Советского Союза было вот такие вот транспортные средства. Посмотрите, какой магнитофон, все, такой кнопочки. Тысячи часов труда. Да, ручной вот. Коробка-автомат, да? Ее, она разобрана была до последнего болтика и реставрирована. Так что тут... А вообще ее история, откуда вы ее приобрели? У меня нету особой истории для этой машины. Я ее купил готовую такую. И до этого я еще одну реставрировал. Ну, эту привезли с Прибалтики, а мою вторую, это она в Болгарии. В Болгарии было больше 500 машин. Вот таких в гараже, вот, да? Да, в правительственном гараже. Я сейчас не буду рассказывать, что на ней ездил Шеварнадзе или что это. Значит, понятно. Значит, я спиздел. По ушам ездил. Да, да, спиздел. А я этого не люблю. Ну, не последние люди на ней ездили. Ну, нет, нет, это понятно. Это каждый человек знает историю этих советских машин. Да. Этих вот именно. Да, да. Это были правительственные машины. Да. Смотрите, какой мощный этот генератор. Восьмицилиндровый, да, я думаю? Да. Ну, это газоновский двигатель. Газоновский? Газоновский. Ну, похож немножко, немножко. Я на 53-м работал вообще, но навряд ли это газон. Я на такой машине ездил. Да? Возили начальников? Отдали мне покататься. Видите, какие истории здесь происходят. Число мест 7. Год выпуска 77. Больше я ничего не вижу. Больше я ничего не вижу. Смотрите сами. Воздуханище такое огромное. Для тормозов, скорее всего. И какие-то, ну это понятно, это климатик. Сигналы мощнейшие. Аппарат. Опа. Ладно, идем дальше.